Здравствуйте все, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем постройки с Урвариум. Так, опять это не Кёльн, на этот раз это Рудня. Ну что ж поделаем, не везет мне на Кёльн. Будем играть здесь. Как бы говорили как разрабы, что с 14 по 17, ну или не знаю, какой там, по-моему, пока идет Gamescom, будут чаще выпадать... Извините, Вектор и Кёльн. Вектор, да, Вектор мне сегодня выпадал не один раз. А Кёльн выпал один раз, я, к сожалению, это тоже не писал, но думал, о, класс, будет выпадать. Ждал, пока он появится, так он и не появился у меня. Что будем воевать на Рудне? У нас четверо вышло. Как классно. Короче, нас, походу... ждет поражение. А не, у нас уже не 4, у нас уже 5. Так. Ладно, надо не втыкать. Первый есть. Ай-яй-яй. Та, не успел гранату бросить. Ой. Так, ага, у нас уже 6. Ну ладно, думаю, справимся. Что так стрелять? Они. Отдыхать, ребята. Ай-яй-яй. Да, все ящики у них. Остальные нам надо тырить. А чё у нас, как бы, не играет много людей, а? Ну, двоих... А, ну, двоих нет. Один стоит. Да? Ну что, нет? Просто играть не умеет. И второй еще играть не умеет. Хорошо. Да блин. Лежать, ублюдки. Фух. Куда-то еще снайпер по мне, блин, полил. Ай. Не допрыгнул маленько.
Не вытянул я всех. Да блин, да, три человека у нас бесполезные вообще. И остальные так вот. Да, мне кажется, мы будем вот это пытаться отжать ящики. Хер у нас что получится. Фух, так. Чё б такое учудить? Ящики забрать. Ты ж крысёныш. Так, у нас ящик они забрали. Ну, это уже вообще не такие бока. И где он? А, так он внутри, идите разберитесь. Бегает он тут, ты глянь. Да не, я остатки никакие отдавать не собираюсь. Знаете, какая безвольная команда, уже все сдается. Вон кто-то спрашивает, что с дробовиками сделали. Капканы. Их парень изуродовали. Послушай, кто с вас залез. Не знаю, вряд ли я его унесу куда-то. Говорится, попытка не пытка. Мне сейчас снайпер, скорее всего, свинтит. А ну-ка стоять, паскуда. Ой, почему? Ладно, капец, он его, блин, теперь долго поднимает. Ай, ну, подсоби, парень. Вот же наш тут. Один и второй еще в болотах, вали его. Ага, короче, он поймет, что я написал. Ну, вот один наш ящик. Да, не знаю, толку, а то уж его несу назад. Наши готовы прям вражинам раздавать свои ящики. Вот, все, теперь у них 8, а не 7. Какая моя команда, молодцы. Был мой прах, парень. Так, не знаю, что я не попал.
лежать, тварь. А, я высматривал, вот где-то кто там в засаде, и вот как раз. И завалили! Блин, ну почему? Да, как я и говорил, мы будем пытаться отжать, отжать. Наши атаки будут разбиваться. Бляха-муха. Вон, ребята сразу сдаются. Чё, база, нам губи. Понятно, что губи. У вас настроение с начала боя такое, что губи. А как я ему голову упанул. Да, какие-то косорукие ребята у меня. Это вроде там снайпера. Ну, спасибо, прикрыл. Клык что-то тут мечется. Ага, клык с той стороны стреляет, я понял, хорошо. Не вытянул. Строчил сильно много. Фу, такая унылая битва, а. Наши сдались сходу. Что там дым, я не знаю, делает. Там что, враг опять сидит, нет? Так. Как классно. Все ящики украли. Волшебно. Ах, ты ж гнида снайперская. Да. На, тварь. В ящик положить уже не успеет. Твою-то мать. Ай. Ну-ка. Что-то везло по рейтингу, хорошо.
А упала херня. Свои охотника. Ну и на кой они мне всрались? Лучший игрок 24 на 8. Ну, неплохо, в принципе, я доволен. Так. Скорость передвижения плюс 1. Скорость передвижения минус 10 из-за поломки. Замечательно. Продаем. Так, оп, все продались. Так, а ну что там по рейтингу? А вот мое место 87-е получается, хоть и пишет 89. Ясно, да. Ну, короче, бой мне вообще не понравился. Команда тупо заранее, уже с самого начала была настроена на поражение. И сдала, считай, что в самом начале, да. Печалька, печалька. Ну что, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.